И твой, да, мальчик? Я такой физически крепкий он здесь. И этот 150 лет на борьбу ходит. Тут. 57, что это? 57 не будет у вас? Комментируй схватку, Махмуд. Эфир ведет Магомедов Багалдин. Гази Магомедович. Там Алиев Гаджимурадет. Хаджи Алиева нету. 65 еще не дошло до 65. Еще схватки 0-2. Связи. Wi-Fi убери. Wi-Fi оставь. Не, наоборот, Wi-Fi без понтового, здесь слабо доходит. У него хаджалмахинская связь, еще хуже там. С антенны хаджалмахи вещает. КМС, да, у него хаджалмахинская мобильная связь. Теплицами. Весь эфир портите, пацан. Давай, давай. Смотришь, как я сделал. Или что? Проброс, проброс. Главный судья соревнований, он Гасанов Гусейн. Рекламу нельзя показывать горной воды, сейчас нам не оплачивают. Вот это рекламирует. Главный судья и помощник судьи, тренер персидского дагестанца. Дагестанского пирса. Персидского дагестанца. Не, наоборот. Хардкорт, ай-уй. Кулачный бой устроим один день здесь. Без между учениками. А, он физуха хочет сломать. Да, он физически. Зачем туда, в другую сторону надо было, да? Вышел. Зачем же он вступил там на ногу? Забежит на ногу. 8-0, да? 0-8-8-0. Еще два балла. Махмуд, какие годы выступает? 6-7, 8. 6-7, уточняй, 2006, 2007, 2006, а то потом 96, 97, 97. 96, да. Вот, чемпионат. А 48 куда делся? Подожди, Абулай. 48 где? Вот как мне положить. Стой, стоп, 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 сабр делай. А, ну давай, давай. После них 48? Борец синий трико рода из Копа, борец красный трико рода из США. В США тоже не родился, но так будет. Держать, держать, держать! Артурий поймал его. Не отпускай до ноги, ноги не отпускай. Вот, вот, да, дело, дело, дело. Не останавливайся. Еще, еще. Еще, 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 еще. Еще сразу. Дело, 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 делай. Дело, делай, делай, что делается же. Эй, WhatsApp. Чуть-чуть твой кусок характера ему закинул, харизму. Вот третий же должен стать здесь. Да. Опинский утренний туман здесь.
списке лазурный. Оттяни, оттяни, оттяни ноги, оттяни. Вытащи ногу, вытащи, вытащи. Сползай. Под себя, на колени посади его. Махмуд, ты же подсказывать должен, твой ученик же. Мы договорились с тренерами не подсказывать. Не можешь за Андрея подсказать? Сельчана можешь подсказать, да? Ты сделал вид, кого ты не знаешь. Вставай, вставай, сам с колен вставай. Сам вставай. Он также там хочет вызвать. Не выходи, не выходи, работай. Много поймай, перед тобой она. Не, я за директор не могу, ты нравится. Держать, держать. Держ... Там 2 и 2, пока... 2 и 2, окей. Вот это правильно. Время. Уже поймал и потом перетянул. Абдул-Тамер, хорошо? Аккуратно. Приготовиться. Аль-Султан Аль-Мухаммад. Не, я здесь... Не, я не знал же ваш уговор, только что сказали. Я тоже не знал сегодня. Прикинь, оттуда что-то пытался кому-то... Исаевич приходит, на него нарежет. Что-то какой? Потому что он знал об Лазе за это. А я не знал. Что-то какой? 8, да? 10-1. Аме. Ты что, именуешь? Ты что, ты имеешь? Аме. Сабал Анилс. Сабал Анилс. Сабал Анилс. Сабал. Рисковать майку. Да, продолжай. Искали, считайте. Был, был, был. 2 балла. Явно преимущество. Тяхулай здесь. Искали, считайте. Он же свисток дал, когда уходил от него. Ну дал свисток. Все, 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 эй. Победил борец Красный Терко Ахмедов Амар. Родом из США и занял третье место. Усичинский сельсовет сделает ему приз. Все. Автомобиль Приора. Кабастефер, мне не ты его. Алисултан Ахмад. Давай, давай, сядь. Приготовиться. Абдулаевич, приготовиться. Вторая пара. Вторая встреча за третье место получается. Алисултанов и Разаков. Два синего есть. Аматуры у меня задержали сюда до 6 часов вечера. Быстрее тут еще ставьте друг друга. Еще два. Еще два. Все, 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 ты еще в этом не живешь. Я халяхбек. Это с кем боролся он, это Ушинский? Ученик чей он? Аслан. А, Аслан. Аслана здесь нет. Не, Мутео Шамиля. А, поэтому возмущался. А вот он. Да, мне сестер сегодня должен был быть. Наши работники. 7 баллов. 7 баллов. Так же работал, надо. Не, а что нельзя подсказывать? Еще одно договор убрали. Я в письме ничего не подписывал. Я ничего сказал, сами работают. Не, мы знаешь, почему так договорились, Абдулаев? Пойдей, так неправильно судьи подсказывают. А там борется, кто-то подсказывает, кто не подсказывает. Что на равных было. Поэтому мы же не судим. Не, вообще, это правильно, что не подсказывают здесь. После встречи подходи и объясняй. После встречи уже поздно. Он забыл даже, что он делал. После встречи чапалахи пойду домой. И у меня че рот так и откатывается. Мунги халты хочет сказать. Эй, здесь еще махать можно, оказывается. Да? Да, махать можно. Сколько? 9 человек подписчиков, да? Нормально, сейчас побольше подписчиков. 4 было, вот мы сейчас помахать. Надо рассылать его как все это. Ссылку надо кинуть куда-нибудь. Заходите, смотрите прямой эфир. Напиши в группе же. Общий Каспийский. Каспийский. Кто выиграл? Дороги в Каспийске напишу. Нет. Нет. Это Каспийский закон, блядь. Приготовиться. Закон Российской Федерации не бейся. Есть такие законы, блядь, у казбичан. Это чисто этикет тренерский. Чемпион мира среди ветеранов. Судья, лучший судья этого турнира.
Арбитр, не судья, арбитр. Не нуждающийся в деньгах. А? Не нуждающийся. Как? Суда премьер здесь. Не нуждающийся в деньгах. Я видел. Я видел, а ты не видел. Как ты видел, Ашан? Время, время. Подходите, записывайтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на нашу страницу. Как там говорит? Скоро будет конкурс. Скоро конкурс. Скоро будет конкурс. Насчет конкурса обращается к Мутаю Шамлю, он подписан на Гуарден. Совместный конкурс будет у него. Давай, спина, ворота. Вот, руцуно. 4-6. Кто ведет? Обеспределил тебя. 4-6. Да, что ты говоришь? Они же не знают, что это. Они же не знают. После антиголова, да? Это на ютубе говорят, так подписывайся. Команд, сбоку выйдет. Юпи! О, 10 человек уже нормально, уже обратно играет. Просто этот ходит. Ходит, когда по кайфу обладаешь, все. Кто это? Красный. Если красный будет стабильно ходить, все, он никого не оставит. Вот сейчас, пожалуйста. Видишь? А кажется, не зря пропускал Махмуд. Вот то, что я говорю, тот мог бы это сделать, но тебе хватит. Пиши. Фигня, нас обвалили. Вставай, давай, да, вставай, кого-то на Олимпиаде борется. Сыч, да делай, сыч. Он уже выиграл фатчик, что ли? Да, ты шесть, если там... Чем чинит? Сентиментально почему-то. Вот эти вещи, блядь. Он, сыч, земной подходил, в сторону банка. Его надо в лигу, потому что вот такие зрелищные там нужны. В сторону банкетного зала, сыч, тоже делал же. Гаспи. Не, он в сторону... Баги кабинеты сделал, понял, подарок. У меня здесь кабинет, так что ему... А что ты не сказал, если туда по брючке? Давайте сейчас, да, сделаем. Кто там, 48? На ковер выходит судья международного экстра-класса первой категории Хасан Гусейн. Шама, а что ты не сядешь на ковер? Это финал, да? Это финал? Гайдарбеков, да? Это племянник олимпийского чемпиона получается, да? Синим ковре, синим трико, синим углу ковра хотел сказать здесь. За сборную Иран. Семь раз, кто руку ломал, это он был, да? Давай, 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 активно, сессия. Красная зона. Эй, стоп, стоп, стоп. Шукран Гадзин. Опять руку чуть не сломалась. Это твой, да, получается? Синий. А красный? Да. Алейкум ассалам, синий. Ну, что было это? Было там. Туше, мины. Семь раз был уже, да, не. Нет, тебе зачем надо? Два судьи есть там. Они скажут. Раз, дай, Джамалдино Гаджи, второй
Джамалов Абдулагамид. Мне срочно надо поговорить. Ну иначе вот. Мутея, садись. Нет, уже время. Срочно. Давай, делай два. Это что здесь? А кто вы знаете, в квартире 48 килограмм, когда вы знаете, что мы говорим, да, мать. И за то, что после этой кушаны, а на деду покупать. Так и проходит вся жизнь. В угаре пьяный. Саич, вообще, говорит, тебе деньги не нужны в этом мире жить. У тебя вообще расходов нет. Деньги не в деньгах счастье, а в их количестве. Даже? Деньги не проблема, их вообще нет. Да, да, блядь, вот, вот, сейчас родительский комитет. Человека оштрафуйте, премию лишите, он судью стал на мыло. Оскорбил судью. А он по делу. Сейчас точно мыло будет. Роскошь. Махмуд, 35 Абдулгамид ты говорил выиграл? Джамалдинов Гаджи. Джамалдинов Гаджи. Гаджи. Абдулгамид, Абдулгамид вторым стал. Джалал Ассин первым стал там этот Чардынский. Тут пишет Абдулгамид. Он что, у него 35 килограмм гонит у него. 33 килограмма он недовесом боролся. Молодец. Судьба кахал холодит. Вот давай, заходи, Саня. Красный замечание, Фей. Спасибо, что спасибо. Первое замечание. Первое замечание. Есть три дни. Есть две. Правле, правле. Да, вон, боковой судья Али Абдуллаевич, Гасанов Али Абдуллаевич. Вы что-то подняли? Сильный, в натуре вы как в стадионе Динамо жить. Поделись. Как будто здесь места нету смотреть. Там разогрейся хорошо. Левый печь здесь. Ничего здесь. Это начало. Сколько времени осталось? Счет? Счет 0-2. Счет поединка 0-2. Не, а если на счет 2-0, то сразу не делай. Если же делай то, ты тоже свободный ловишь. 2 балла. Thank you.
А, этот Рамазан делал. Алейкум ассалам, от всех тренеров. Передам обязательно. Мы знаем тебя, Рамазан. Обязательно передадим. Вам всем передают салам, Рамазан Баламетов. Нормальный парень, я вам скажу. Вы же его помните? Шамилямин Чученик. Рамазан Баламетов. Минута осталась. Счет 24. Есть 48, хорошая состава катцы была. Ахмат. А, мой еще не довез здесь. Мой еще не довез, 46 килограмма, 48 будет здесь. Да, соревнования идут у нас внутришкольные первенства среди 6-7-8 годов. 6-7-8 годов. Закрытое первенство школы. 20 секунд. Шаме. Раз ты проигрываешь. Не спеши, понял? Хочу просто бороться. Сейчас сам начнёт. Хочу просто. Ты сразу кидаешь, если болото расставишь. Аккуратно не спеши. Думай, думай, Шаме. До конца оттягивай. Курамагомеду тоже обязательно передам. Курамагомеду Шариповичу. Он тоже оттяни, должен оттяни ногу, оттяни, подойти оттяни, сюда. Сползай. Сползай, чувак, не давай замок. Сползай, назад надо забегать. В нашей школе отсюда, нету подсюда. Бывших учеников. Делай. Все наши ученики. Подними голову, все... назад забегай. Вытащи лучше. На всю жизнь это спортсмены школы Курамагомедова. Не спеши, нормально поймай сначала. Не спеши, спокойно, Шамиль. Он в трех часов и можно поспеть. Оттягивай до ноги, сползай. Локти, локти вытащи. Я... Нету, держись. А нет уже ничего, какой тюпоинс блу здесь. Нету ничего. Встать надо. Голову подними. Ногу поймай изнутри. Разорви захват, Шамиль. Разорвать надо захват. Давай, пытайся выйти, Шамиль, в другую сторону. Вот так. Разорви захват. Разорвется, не хватает. Ногами толкайся, Шамиль. Вот так. Вот, толкнись. Сейчас уже все. А то хрен уйдет. Вот увидел Магомедов. Thank you.
приходи, будем ждать всегда. Предпоследнюю схватку выиграл синий на туше. Счет 2-2, идет Борис Красенко. Приветствуем Хаджалмахинскую спортивную школу. Я вам всем желаю счастья и любви. Валик, все. Дона Красный! Внутришкольные первенства среди 2006, 2007, 2008 годов. Да-да, Курбан всем пожелал победы и счастья, и любви, и здоровья, и денег. В 2004 года это уже старшие юноши. Среди них уже было первенство школы. Они уже и боролись и на Дагестане, и на СКФУ. Счет 4-2, билет Борис Красенко. Приготовьтесь к обзору 62 килограмма. Борис Красенко, Махамов Камиль, Ахмед Руслан. На ковре судит заслуженный тренер нашей школы Магомедов Магомед Исаевич, трехкратный чемпион мира среди ветеранов, боковой судья, мастер спорта СССР Гасанов Али Абдуллаевич. За судейским столом мастер спорта России Магомедов Махмуд Магомед Расулович и Магомедов, не, Мутаев Шамиль Багаудинович. Схватку наблюдаем. Смотрите, какая спорная ситуация. Действие судья. Оценки, то есть. Да, расписание почти такое же.
выводим итоговый результат. Оба борца показали красивую схватку. Бариат, поздравляю. Третий стал, по-моему, тут. Ну что, ага, садись. Прямо эфир ведем. Со счетом 7-7, а последние 10 схватки выиграл Абдуллаев Вильял. Принимаем первый. Руки подали. Оба. Молодцы, хорошо отборолись, красивую схватку показали. На первый взгляд, партнеры сегодня до 60 килограмм. У нас еще вот такая съемка ведется. Приготовиться Махан, Мамид, Ахмед и Усман. Магомед Исаевич, Исаевич, ну ты же сам там видишь, как рука там выходит. Не, она же особо в опасном не была, просто вот так вытянута была. Да, ну там уже. Никаких претензий к судейству. Да, с судьями тяжело договариваться, поэтому надо или принимать их решение, или вообще не участвовать. Потому что судить тоже очень сложно. Соревнований мастер спорта России Магомедов Шамиль Магомедиминович. Рядом будет 5 по спине попа. Аккуратно. Просто дыхание пусть восстановит, и все. Да-да, дыхание пусть восстановит, и все. Да-да, пусть восстановит дыхание, и... Может, воду? Эминович, тебе салам от твоего ученика Рамазана Баламетова. Хороший парень. Да, он хочет прийти, обязательно проведать вас. Вроде обещает, что начнет ходить. Очень шустрый поединок.
Алейкум ассалам. Медсестра сегодня на... Соревнования проходят без зрителей, строго без зрителей. Да, закрытое соревнование без зрителей. Это первенство спортивной школы Олимпийского резерва «Энергия» Курамагомеда Курамагомедова среди 2006, 2007 и 2008 годов. Махмуд, это последняя схватка, да? Да. Все, это последний финал. Счет 7-7. Давай, давай, давай. Ты же конкурс хотел сделать. Этому парню... Оскар, мы будем сейчас выбирать из всех наших зрителей, подписчиков. Больше, больше голосов у какого парня будет, тому и борцовки будут среди участников. Если среди наших зрителей не определиться, то по мнению тренеров наших выберем одного участника и даем борцовки. Вы тренера выбрали, да? Синего? Так. Счет 7-8. Ведет борец синих трико. Махмуд не передумал. На самом деле. Также поздравляем за хорошую работу Мавлид Мухтаров Шамзу. Также награждение достоинства старший ребят оттуда перестал сюда принесите. Поздравляю, поздравляю. Спасибо всем тренерам, судьям, боковым. Ты видишь эту мощь? Ты видишь эту мощь? Сейчас, Магомед Исаевич, должны все тренера выбрать одного спортсмена,
кто лучше всех отборолся, кто показал хорошую технику, характер, и ему будет... Не, там есть три номинования. За лучшую технику, за волю к победе и приз зритель симпатии. Но борцовки-то одна пара будет. Сегодня разыгрывается только одна пара. По одному версии. За волю к победе можно. Нет, на все остальное одна пара борцов. Не, я понял, тогда одну версию выбрать. Или за лучшую технику, или за волю к победе, или приз симпатии. Вот это уже на ваше усмотрение. А так вы... Так, вот этот микрофон, пожалуйста, я хочу этого за... Где этот, по техническим действиям, директор? Он меня взял, судьи сказал, намыло бы. Свисток-то порошок, говорит. Это что такое? Не, это когда тебя не было. Оставление судьи. Наказать в жесткой форме. Сейчас прервемся и будем заново эфир вести на награждение.